А теперь надежда страны. Передавайте привет маме. И я тоже передаю привет. Все. От лица родителей. Да, давай. Жги. Подарки из сирены. Путь. Вали полный газ. Полный, полный. Полный. А, это полный. А все, тухлые аккумуляторы. Это 16АЦ. Это 16АЦ. АЦЦ. Все, теперь полгаз. Ты дай ей выпрыгнуть из воды, а то ей тяжело. Рядом пока покатайте для зрителей. По НТВ покажут. Да, и на ней дрифтовать не получится. Прямо, я не А я, кстати, знаешь, что, Серега, я видел в интернете? Стоит этот, как его, емкость такая, где вот. И туда эта смазка налита, и она, короче, льется туда. Да, только знаешь, его туда смазки надо, канистру. Да-да-да. Это во-первых. Во-вторых, тут как бы я, ну, серьезно тоже над этим задумывался, поднимал информацию, никуда не эффективно. Ну, понятно. Гибкие валы, они не любят жидкую смазку, ему лучше... Он ее выкинет просто, нафиг сразу. Он ее, да, выбрасывает ее. Так, ее выбрасывает, они только густую надо. Он первый, как Таня, чего там? Ручки дай мне потрогать. Дай ручки потрогать. Холодные, нет? Водитель пьяный. Сбухал. Что ж ты, поганец, делаешь-то? Насилуешь ты не лодку, а аккумуляторы. Бух.
5 минут. Включай. Что? Хорош. Весело. Души. Да, да, дай бачу. Дай махнуть. Данюха, давай махнуть. Разве. Последний. Что сделаем? Вот до этого поеду. Димас, побежишь, ой, поплывешь, если до этого поедешь. Плюньте. Плюньте, да. Фу. Я еще ни разу так далеко не ходил. Бомбочка! Дед мой ходил, а я не ходил. О, переплыл это. Так, главное теперь назад вернуться. Смотри-ка. Слушай, держит трассу вообще это. У нее грипп хороший. Это на микропорке она. Лев такой. Может вынул так, а? Да. Это хорошая штука, да? Не, нельзя. Чего? А? Паркуемся. Все. А еще есть такого? Нет. Блин. Танька, ты что, упала? Тань, ты что там? Бумкнулась?